Слушай, ну да, выглядит так, как будто по нему ходили ногами, прямо по потолку. Да, такое бывает. Да, бутылка со средством? Вижу. Clear Difference. Да, сейчас попробуем. Скорее всего, не очистят. Останутся пятна, разводы. Они опять будут собирать новую грязь. Ну да ладно, пробуем. Нанесите средство на поверхность с помощью триггера. Протрите мягкой щеткой или микрофиброй. Дайте обработанному участку высохнуть. Да, все получилось. Да, потолок как новый. Да, без разводов. Это я про потолок. Чё там так шумно у тебя? Соседи по потолку ходят? Да, бывает такое. И Clear Difference тебе тут не поможет.